Последние несколько лет я активно работаю с темой одноразовых вещей. Очень интересно смотреть на эти вещи с точки зрения искусства, с точки зрения социальной составляющей, потому что они все больше и больше начинают воздействовать на нашу жизнь. Они не просто являются спутниками, но уже нашими поводырями, наверное. Отношение к одноразовым вещам распространяется на наш выбор, даже взаимоотношения с людьми. Если раньше прием пищи ассоциировался с чем-то теплым и семейным, то сейчас это все чаще какие-то отдельные, случайные, на улице, на коленках, приемы пищи, которые больше, наверное, разъединяют нас и замыкают на самих себе. В данном случае мне очень интересно, кажется, соседство одноразовых вещей и вот фарфора из коллекции музея Коваленко.